В Армавирском реабилитационном центре, расположенном в Красной Поляне, открылась блочно-модульная котельная. Строительство велось в рамках энергосервисного контракта при поддержке краевых властей. В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора Кубани Анатолий Вороновский, глава Армавира Андрей Харченко и общественность. Прежняя котельная в реабилитационном центре была построена в 1992 году и работала на угле и дизельном топливе. Естественно, что почти за 30 лет своего существования она устарела и в последнее время часто выходила из строя. За время эксплуатации здание котельной имело износ 70%, оборудование – 95%. Коэффициент полезного действия котлов перестал удовлетворять современным требованиям. В связи с этим краевыми властями было принято решение построить на территории учреждения новую котельную. Котельная уникальная, она первая у нас в Краснодарском крае, которая построена по энергосервисному контракту. Это тот контракт, который начало нашел на территории нашего заведения социального. И уже в этом году, в следующие годы он будет очень серьезно развиваться на территориях Краснодарского края. Энергосервисный контракт подразумевает, что все необходимые мероприятия выполняются инвестором без нагрузки на краевой или муниципальный бюджет. Возврат инвестиций будет осуществляться из полученной экономии, которая составит около 9 миллионов рублей в год. Новая котельная полностью автоматизирована. Здесь установлено самое современное и эффективное оборудование с высоким КПД, которое будет использовать природный газ с максимальной отдачей, обеспечит более качественную подачу тепла. Уверены, что она не будет никогда давать сбоя, будет работать. Ну и, наверное, ответственность еще тех людей, которые ее построили, чтобы ее потом сопровождать, чтобы и другие организации, учреждения, которые будут участвовать в этом контракте, они, как пример, всегда брали котельную, которая построена в городе Армавире. Глава Армавира поблагодарил администрацию Краснодарского края за поддержку и отметил, что с вводом в эксплуатацию нового теплоснабжающего объекта Армавирский реабилитационный центр будет работать в более комфортных условиях в зимнее время, в тепле и уюте. Влада Волошина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 Армавир.